Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня я вам показываю вот эту вот кромку, кайму, крючком. Всего 3 ряда в ней, так что вяжется она достаточно легко. Использовать ее можно куда угодно, хоть топик, кофточку обвязать, да везде, куда хотите. Юбочка крючком. Так, первым делом вот я беру ниточку, одеваю. И вяжу 5 воздушных петель. 1, 2, 4, 5. Здесь отсчитываю 4 столбика. И через 4 столбика я вяжу столбик без накида. Снова 5. 1, 3, 4, 5. 4 столбика. И так по кругу, пока не замкнется колечко. Окей, вот дошла я до конца ряда. Здесь я в тот же столбик заканчиваю, откуда начинала. Теперь передвигаюсь двумя полустолбиками, вернее, двумя столбиками без накида в вершину вот этой вот ячейки. Это следующие. Далее делаю 2 накида и вывязываю столбик с двумя накидами, из следующей петли. Видите? Теперь делаю 1 воздушную петлю и снова такой же столбик. Всего я их делаю 7. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последний. 7. Так, здесь уже воздушную петлю не делаю, а просто столбик без накида. Следующую как бы ячеечку закрепляю я эту ракушку. Есть 1. И следующая. Здесь делаю 2, столбик с двумя накидами, воздушная петля. Итак, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Все, закрепляю следующую и так по кругу до конца ряда. Так, последний вот я закрепила там, где начинала. Все, по кругу я провязала. Можно, конечно же, вязать и не по кругу, но я думаю, по кругу лучше всего. Теперь что я делаю? Вяжу 3 воздушные петли, 2, 3, и вот после первого столбика, вот он, дырочка, сюда вяжу 1 столбик без накида. 1, 2, 3. Следующие 3 воздушные петли и в следующую дырочку между столбиками. 1, 2, 3. И в следующую. Вот так вот по кругу тоже мы пройдемся. И маленькие вот эти рюшечки еще сделаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Последняя, видите, вот здесь вот у нас стык, здесь мы ничего не делаем, делаем 3 воздушные петли и перескакиваем сразу вот на следующую ракушку, вот так вот, видите, и снова делаем вот эти вот штучки и так до конца ряда. Ну вот, девчонки, я закончила. Вот такой вот рюшек. Он пока в неразутюженном состоянии. Вот так вот он выглядит. А здесь вот на второй штанинке раздюженный. Вот он. Такая каймушечка, каемочка. Очень простенько и красиво. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.